Итак, продолжаю собирать мопед. Сейчас занялся электрикой. Тут изначально планировалось поставить новую проводку, но она не подходит по пинам, то есть по этим фишкам. Поставил старую, естественно, ее всю переизолировал, переделал. И здесь были куплены новые пульты, то есть вот это левый, правый. На них уже, получается, есть рычаг сцепления, тормоза. Так вот, новые пульты не подходят по фишкам. То есть я брал старую проводку от старого пульта вот этого и отрезал от него фишку и перепаял. То есть все аккуратно на термоусадочку посажено. Сейчас у нас что, какие результаты. Нейтралочка горит. С четвертой передачи еще предстоит разобраться, почему она горит. Ведь сейчас нейтралка у нас. Ну и поворотники работают. Мигает на табло. Здесь тоже. Далее, сейчас я буду дальше разбираться с оставшимися проводами, что куда. Методом тыка, как бы подсоединяя по цветам, что получается. Остальное я уже сижу, думаю, что куда, где. Здесь, я тут тоже старался как-то все это облагородить, чтобы аккуратно все было. Тоже все изолировал, старался провода, чтобы они не висели. Туда их спрятал, но это еще поправляться все будет. Перепаял провода генератора. По идее, здесь должна быть фишка, но у меня сейчас нету никакой. Я решил, думаю, сделаю аккуратно это все. То есть не на скрутку, как обычно многие делают, а пропаял и на термоусадку все посадил. При желании, если уж генератор поменять, то это не составит труда. Можно это все аккуратно отрезать и заново перепаять. Сложного ничего нету. По новой проводке, значит, она у меня где-то здесь лежит. Ну, суть в том, что она не подошла. У нее здесь фишки не подходят на коммутатор. Потом нету нормальной фишки на датчик положения скоростей. Поэтому я не стал из нее что-то переделывать, мудрить. Я поставил старую, просто ее немножко восстановил. И поэтому сейчас продолжаю наводить марафет вот с этими проводами оставшимися. Ну, а так, в целом, уже концовка этого ремонта близится. Осталось поставить крыло. А ножки, куда ноги ставить, я ее уже разогрел. То есть, выпрямил там, они были погнуты. Вилку у нас осталось собрать, сальники пришли. Пытался завести, значит, отрегулировал клапана. Он какое-то время завелся, работал, но не поддавался настройке холостого хода. И если присмотреться, здесь прям такая приличная щель вот здесь. Ну, то есть тут вообще должна быть прокладка пластиковая, но ее нету. Поэтому здесь страшный подсос воздуха. И поэтому тут ничего толком не получалось завестись. Поэтому он нормально не работал. Сейчас поставлю нормальную сюда прокладку, если она у меня будет. Либо аккуратно все это на герметик посажу и закручу. Наконец-то я разобрался с проводкой. Потратил я на это около 2 дней. Здесь я аккуратно все уложил. То есть реле регулятор, мозги, реле стартера, аккумулятор аккуратно. Все вот эти фишки, сама проводка главная, она у нас внутри рамы, аккуратно уложена. Далее поставил я ножки. Ну, куда нога ставится. Также поставил багажник, крылья, вернее крыло заднее установил. Пытался его немножко подварить, но все-таки здесь металл очень тонкий и выходит это не очень. Но более-менее вот этот крепеж я зафиксировал. Также переделал задний стопарь, то есть у него вообще он не работал. А может и работал, но в общем там с проводами был полный канитель. Также натянул я цепь,
отрегулировал ее, то есть ровная ось. И теперь не должна она слетать. Задней цепи, я имею в виду задней звездочки, тоже изначально была проблема, то, что она слетала, там не хватало втулок, и ось задняя была уже какая-то неродная, видимо, что-то пытались тут переделать, но успехов не было. То есть поставил это все, натянул натяжитель, все как положено. Также здесь по карбюратору, как я говорил, почистил его весь. Поставил я сюда резиновое уплотнение на карбюратор, и он завелся, причем спокойно заводится. Далее, что у нас здесь? Пульты новые почему-то не подходили по фишкам, то есть по контактам. Пришлось все это переделывать, и здесь очень долго это длилось. То не было света, то не было еще чего-то. Старался это, конечно, более-менее аккуратно сделать, но здесь, получается, проводка у нас идет в раму, уходит. И все фишки, как бы я ни пытался спрятать, их, ну, никуда ты их не денешь, вот они наружу торчат. Старался все на это, на изоленту черную заизолировать, чтобы в глаза не бросалось, максимально аккуратно. А здесь у нас по фаре. Фара у нас, получается, уже покупная. Здесь изначально стояла тыжа. И тут находится лампа. Ну, лампочка в фаре. Она какая-то очень маленькая. Мне кажется, нестандартная. Так вот, там был патрон такой очень странный. То есть, ближний есть, дальнего нету. Как бы я ни пытался там контакт зачистить, но он очень редко появлялся через раз. Я сюда поставил светодиодную лампочку. Также ближний-дальний все работает. По тахометру. Первый день, ну как первый день, уже собирает мопед около недели, наверное. В общем, какое-то время тахометр работал. А потом перестал работать. И что бы я ни делал, бесполезно. Искал проблему, вроде провода посмотрел, все целое. И выясняется, в общем, поставил сюда донорский тахометр. Как проверить, как вариант. И выясняется, что здесь тахометр уже умирает. То есть при включении зажигания он показывал 2000 оборотов, хотя как бы двигатель не запущен. Вот. Далее поставил трос сцепления, отрегулировал его. Также поставил выхлопную. Здесь у нас находится кольцо специальное, то есть чтобы оно, газы не выходили наружу и не стреляло это все. То есть мягко работал. Резинки, кстати, вот эти очень непросто одеваются. Их надо то ли греть в кипятке, то ли саму железку немножко погреть. И туда одевается очень трудно. Также, что у нас идет дальше? Ну, здесь, в принципе, ничего особенного. Пружины здесь не родные стоят. И, в принципе, все работает, функционирует. Тормоз, кстати, очень интересно стоит здесь. Я, в принципе, его и не трогал. Но он работает. Обычно болячка у мопедов. Тормоз проваливается, только в конце срабатывает. Почти педаль уже чуть ли не на полу. Здесь я как бы это подправил немножко. Она уже буквально здесь уже срабатывает. Все, колесо стопорится. Карбюратор здесь стоит нулевой очистки. Желательно, конечно, поменять его нормальный. По электрике. Значит, включаем мы зажигание. Здесь у нас почему-то горит четверка, хотя сейчас на нейтралке работает. Мне кажется, это здесь у нас находится внизу на двигателе датчик. Что-то он мудрит. Ну, а в остальном, когда включаешь первую, первая горит, все работает. То есть зажигание включил, включаем поворотники. Поворотники у нас работают. Правая тоже исправно. Также и на панели приборов у нас все работает, сигнал корабля. Отлично. Здесь у нас получается вот этот тумблер сделали. Немного, конечно, неправильно, но в принципе годится. Здесь получается три положения должно быть. Но мы сделали два. То есть выключаем и включаем. То есть у нас горит фара. Включает дальний, вот он дальний. Но на камеру, наверное, не будет видно, но все работает. Панель приборов тоже работает. Далее, что у нас тут
задний стопарь горит теперь при включении зажигания. Нажимаем педаль тормоза. Все, у нас задняя работает. Ну и в комплекте почему-то пультов не было лягушки. Именно до тормоза, то есть лягушку нажимаем, у нас должен быть задний стопарь гореть, но нету. То есть оставляю все как есть. Что остается сделать? Это вилку перебрать, поставить переднее колесо, крыло, посмотреть, что там с дугой безопасности, переварить. И, в принципе, тахометр поменять бы. Посмотрим. Также здесь, скорее всего, это либо обгонки, обгонной муфты нету, либо там просто нет цепи. Потому что при включении стартера вот такие звуки происходят. То есть стартер живой, реле стартера живой, но ничего не происходит, не заводится. Сейчас мы его заведем со стартером. Зажигание у нас включено. Все, отлично работает. Прошло спустя некоторое время. В общем, сгонял я в магазин, купил тахометр, также пластиковую прокладку между патруком и карбюратором. Помимо этого, сделал я наконец вилку, перебрал, заменил сальники. Изначально заказали сальники, но ошиблись с номерами, не подошли. То есть наружный диаметр пера подходил, но сами сальники, вот именно оболочка наружная, не подходила именно в стаканы, то есть она была меньше, и они гуляли. Опять же поехал в магазин, начал подбирать и нашел то, что нужно, то есть поставил сюда нормальные сальники, пыльники, все как положено, залил масло, и сейчас буду все это ставить на место. Ступица, а именно где тормоза, барабан и так далее. То есть изначально там была половина куска и, естественно, тормозов не было. Вилка была полностью вся в масле, и в самой вилке там буквально чуть-чуть масла было. Но теперь здесь уже все полно. Новая ступица, новые колодки с пружинками, все как положено, все чистенько, аккуратно. Добавлю смазки под механизм скрутера, и можно будет уже поставить это все. Thank you.
И в завершении ремонта мопеда вложена была совсем небольшая сумма. Она была достаточна для того, чтобы его поставить на ход. Я не считаю нужным здесь его прям досконально чуть ли не реставрировать, потому как стоимость запчастей вместе с ремонтом и временем будет приваливаться вся стоимость мопеда. А это не рационально и глупо. Но зато мопед теперь на полном ходу, мы уверены. Он ездит, разгоняется, у него работает электрика. Конечно, стоит еще приложить руки по мелочи, но тем не менее это мопед, и он ездит, и еще будет ездить. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.